Как-то давно ты советовал от скованности и закрепощенности спонтанный танец. Скажи, пожалуйста, как правильно его выполнять? Покажи. И сколько минут в день достаточно для этого эффекта? Его просто очень делать. Вы стоите расслабленно, стараетесь внимание по всему телу распределить. Сразу отказываетесь от идеи того, что это будет выглядеть как танец и будет выглядеть красиво. Никак не оцениваете свои движения, что вот эстетичные они или нет. Забудьте об этом полностью. Значит, первое, тело расслабленное, а второй и главный секрет, не секрет, а подробность. Руки лучше держать выше плечей, вот, поднятыми. И тогда вы просто задаете колыхание тела какое-то и следите лишь за тем расслабленно, чтобы не было ни одного участка тела, который бы неподвижен был. Вот все, чтобы извивалось. В плавном ритме. На фоне этого вы можете там ходить по комнате, еще что-то. И легче это получается, если вы делаете с этим медитацию Латихан. То есть вот вы двигаетесь, и вы представляете, что сверху льется водопад золотого света. Не надо думать, как же мне его увидеть, я плохо визуализирую что-то. Вы просто уверяете себя в том, что это есть. Не чувствуете, не видите ничего, не надо этого. Просто вы знаете, что льется вот этот свет через вас, как через сито насквозь. И вот эти волны вы отдаете свое тело. И вы совершенно расслаблены. Вот голова, чтобы была расслаблена. Лучше быть всегда прямым, и вот голова, чтобы была чуть даже назад. Потому что склоненные вот такие позы головы, они... Иногда имеют тенденцию у человека, концентрация в голову переходит. А в спонтанном танце вы не в голове. Это работа двигательного центра. Когда чистый спонтанный танец, это по шкале водородов H24. Вот этот манипура движется. Настраивайтесь в этот момент на что-то очень тонкое. Чик и время может исчезнуть. Когда это происходит, тогда все равно, сколько вы в этом были времени. 3 минуты, минуту или 30 минут. Делайте 5 минут. Это может помочь какая-то музыка в этом. Но она должна быть медитативная, то есть не головная, не навязчивая. Типа вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля или еще что-то. Вот здесь играет, когда вы заходите, чтобы заманить. Такая легкая музыка.